Все. Я пришел купальник. Сейчас будем его смотреть. Вижу, по размеру подошел и по качеству. Ну, качество. Ой, так вот эти трусики люблю. Вот именно, чтобы они были вот с такой вот сборочкой. Очень красиво смотрятся. Сейчас померяем их. Но я думаю, должны быть норм. Так, и лифчик. Мне подошел купальник. Сейчас буду ждать оставшиеся. И скоро вам сниму видео про купальники. Так что ждите. Салат с чем? Салат с помидорками, с огурчиками, с лучком и с листьями салата. У меня лицо обгорело. У меня лицо обгорело. И у меня тоже. Тоже. Шашлычок. Шашлычок — это коньячок. Вкусно очень. Скажи привет. Привет. Друзья, Саша. Привет. Капец, нафиг ты меня проще сказать привет, когда ты меня тоже перебиваешь. Давай, говори. Ой, все хорошо. Друзья, привет. Сегодня мы зашли попробовать наконец-то шашлыков. Мы вам уже про него говорили. Сейчас попробуем. Взяли бизнес-ланч. Комбо, допустим, стоит 269 рублей. Сюда входит салат, суп горячий и напиток. В общем, все очень дешево. И я не знаю, сейчас проверим, вкусно это или нет. А можно вообще за 199? Да. Вам только все зелененькое нужно брать. Либо оранжевенькое. Вот так вот. Так можно потом сюда приехать? Тарелка большая, салат ты маленький. Ты думал, когда несли кому-то, что все это? Нормально. Нормально? Да. Цезарь тоже вкусный. У меня сырный крем-суп. Вкусный такой, кстати. Да? С сыром прям. Нормально? А вот мне принесли бифштекс с рисиком. Пашка картошечку ест. Мы банда! Так, друзья, мы вышли уже из Шашлыкова. Мнение такое, что, если честно, мы поклонники суфры, и там вкуснее. Но в Шашлыков, в принципе, цена недорогая. Короче, в Шашлыков, в принципе, цена, качество достаточно хорошее, то есть. Но в Перми, те, кто живут, друзья, есть суфра. Суфра намного вкуснее, чем Шашлыков, вот. Но мы, опять же, ходили на бизнес-ланч. Может быть, нам нужно было пробовать основное меню, потому что там маленько по-другому все. Да. Вот сходим как-нибудь и скажем вам. Там хорошая атмосфера. Да. Мне нравится атмосфера там, она лучше, чем и цены по сравнению со многими заведениями на нормальном уровне, адекватном. Так что Шашлыков, оценку давай какую-нибудь. Да, из 10 будем сейчас баллы ставить. Давай. Мы же с тобой крутые. Давай. Из 10 я бы поставила... Ну, 10 по идее. 7. Если цена, качество, все соответствует. Нет, вкус не такой уж прям. Я бы 7, наверное, поставила. Ну, я бы поставил 6. Ну, 6 или 7, да. 6, вот, но это если учитывая то, что мы к ним сейчас относимся как к ресторану, а не как к бизнес-ланчу, на который мы пришли. Ну, мы пришли на бизнес-ланч. Но мы пришли на бизнес-ланч, так что 7. Оценочка 7, суп был не очень, солянка так себе вообще. У нас суп был нормальный, да? У меня был, да, нормальный суп, у меня был салат «Цезарь», мне не очень понравился. Но бифштекс с яйцом мне понравился и с рисом. Угу, а мне понравился соус, и мне понравился салат, на его вот столечко было. Вот там просто тарелка большая. Вот, в принципе, все, погнали дальше. Давай, маши, попадешь в лоб, давай. Друзья, мне пришел еще один купальник, они пришли очень быстро, за 2 недели буквально, даже меньше, кстати, это 10 дней пришло. Скоро все будут все купальники, тогда я сниму полное видео с обзорами на них. Думаю, девочкам это будет очень интересно. Вот такой серенький, сейчас буду мерить, а покажу вам потом. Ну что, как? Трусы откровенные, нет? Ну, для фотографии можно попробовать. Ну, не знаю, загорать только если нет. Я вот уже вижу Настюху, как она выглядит. Правда, она пока без бюстгальтера. И пока что все хорошо. Но сейчас она оденет бюстгальтер. Лючик-то вообще норм. Да? Да. О, слушай, ну, у меня аж этот
Зашевелился кто-то, да. Мне вообще лифчик прям вообще нравится. Прям так хорошо. Знаешь что? Я, короче, убрала эту штучку, клеющуюся между письками. Ну. Теперь у меня все приклеилось. Ну вот и все. Салатик на ужин. Потому что хватит уже есть всякую фигню. Вот папаша опять себе купила типа нам, ему понравились. И он купился в черной глазури, но в черной глазури они вкуснее, ну как будто шоколад прям ешь. Так что я его не ем точно, а вот Паша себе позволяет. Как она мне завидует, видите, нет в ее глазах. Салат кайф, погнали. Итак, друзья, привет. Как я обещал, я вам сейчас расскажу про свои бизнесы, свои различные неудачи, различные удачи, заработок, деньги, мани. Начиналось все с далеких времен, еще с моего детства, когда мне было где-то, наверное, лет 15, я понял, что нужно зарабатывать как-то, но не как все. То есть все идут на работу, мама говорила, иди на работу, мама говорила, иди на завод, мама сама работала на работе, и все, в принципе, вокруг, кто меня окружали, работали на работе. У меня не было никаких вокруг бизнесменов и так далее. Но я понимал здравым умом то, что деньги находятся не на работе, а деньги находятся там, где ты их сам можешь создать. Так, сразу же говорю, видео я записываю спонтанно, то есть я не говорю никакого текста, просто с вами поговорим, как будто бы вот я с вами сижу рядом и вместе с вами разговариваю. Первой моей идеей заработка, насколько я помню, была сетевая компания. То есть все, что связано с сетевыми компаниями, это все, в принципе, можно под одну гребенку сейчас запихивать. Но моей первой идеей была сетевая компания, которая называлась Jivanjifo. Это сумасшедший вообще дом, на самом деле. Это место, где ты должен дать одно, то есть так и называется give one, get four. То есть дать одно, получить четыре. Смысл в том, что ты якобы даешь 15-30 тысяч рублей, и тебе возвращается умноженное на 4 эти же деньги. Самое интересное, что меня туда повела за собой тетя, поставила, и, в общем-то, у меня все, в принципе, получилось. То есть я действительно получил свои деньги, получил там сколько-то там 200 тысяч рублей первые. Это было вообще что-то за гранью богоподобия, потому что мама не верила. Она как обычный житель СССР, который работа-работа, а тут бац, у нее сын заработал за несколько дней 200 тысяч рублей. Вот это было, конечно, ого-го. Но на самом деле я вам сейчас скажу, что сетевые компании — это все дерьмо. Вот, как бы это было не было бы странно, вот, на самом деле эти 200 тысяч я заработал только за счет того, что у меня тетя являлась сильным лидером, и она, грубо говоря, сделала за меня все. Вот, иначе мне бы пришлось привлекать людей, люди привлекают еще людей, и рано или поздно эта цепь замыкается, потому что люди не могут найти еще людей, таких же Васич, как ты. И кто-то в этом проигрывает. Проигрывают в сетевых компаниях большинство. Это мы сейчас рассматриваем сетевые компании типа без продукта. Есть другого типа компании, где вообще тебе предлагают взамен твоих денег большие суммы, большие проценты, якобы там компании чем-то занимаются. Сейчас модно заниматься на платформе блокчейна, якобы связано с биткоином, эфириумом. Но это все тоже херня, потому что все зависит только от количества новых вошедших. Старые получают деньги с новых, и больше это никак не может функционировать. То есть рано или поздно, опять же, это все схлапывается. Да, я могу сказать, что в начале каких-то компаний, если знать истоки, если начинать с самого старта, можно что-то заработать, но в любом случае это гнилой вид заработка. Я вам советую его не использовать, только в случае, если за вас тетя ваша так же, как у меня, все сделает, тогда, пожалуйста, идите, ничего не делайте, пусть оно само вам прикатит. И то не факт. Так, третий вид сетевых компаний — это сетевые компании с продуктом. Для меня это тоже полное дерьмо, тут даже обсуждать нечего, потому что сетевые компании с продуктом, в которых реально есть вот не типа Avon, да, там Oriflame, эти две компании, они немножко по-другому, у них там вознаграждения не такие алмазные. Есть сетевые компании по продукту типа NL, типа подобного рода херни полной. Они занимаются тем, что продают
товар в 10 раз дороже, чем он есть на самом деле. Дело в том, что нужно оплатить комиссию каждому человеку, кто вот в этой цепочке зарабатывает, то в этой цепочке получает бабки, а там вознаграждения очень достойные в случае продаж. Только вопрос в том, что эти вознаграждения идут откуда? От денег покупателя, то есть кто покупает товар, он переплачивает в втридорога. Одна из этих втридорога идет компании, одна из этих втридорога идет, начиная с тем, кто во главе, там вот эти вот Васечки, кто над тобой, и одна из этого втридорога идет тебе, и ты такой думаешь, вау, бабки, на самом деле это полная херня, опять же, и здесь уже вопрос того, насколько вы гнилой человек, то есть, как правило, к сожалению, занимаются этим гнилые люди, как правило, занимаются этим либо непонимающие, либо гнилые люди, в общем, и у кого-то, конечно, даже что-то получается, есть какие-то результаты, деньги, но в любом случае это продажа заведомо дерьмового товара или обычного товара за нереальные какие-то деньги. Это было первое то, что я затронул, первое то, что у меня и через меня прошло, это сетевые компании, для которых у меня сейчас полное табу. У меня огромное количество с Настей было предложений от сетевых компаний, от того же Enel, хороших предложений, где мы якобы будем зарабатывать деньги, обманывая вас. Но, как вы понимаете, не надо никуда не покупать, не идти, это все дерьмо. Все, вы закрыли тему. Что же дальше я хотел сделать? Как я только понял, что есть все-таки якобы легкие деньги. Короче, мы сегодня вам не будем советовать фильм. Сегодня мы вам просто рассказали все как есть, а завтра уже продолжим. И сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Пока-пока.